Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение бизнес-климата в регионах страны. Эти темы стали основными на заседании Президиума Государственного Совета России и консультативной комиссии под руководством президента страны Владимира Путина. В числе участников – главы регионов, лидеров по привлечению инвестиций. Создание комфортного делового климата – одна из приоритетных задач государства. Президент страны Владимир Путин отметил, в последние годы был предпринят ряд мер, которые уже дали положительный результат. Для всех регионов действуют единые законодательства и созданы равные возможности. Однако предпринимательская картина везде разная. Среднее время выдачи разрешения на строительство, на подключение к электросетям или регистрация прав собственности отличаются от региона к региону, к сожалению, в разы до сих пор, в два, в три и более раз. Это значит, что власти на местах, вот там, где это происходит, безусловно, еще, как бы так помягче сказать, имеют еще много резервов. А если попроще, недорабатывают. Сократить разницу можно, и это доказывают отдельные регионы. К примеру, Чувашия – один из лидеров по инвестиционной привлекательности. Такой высокий результат – показатель слаженной и эффективной совместной работы республиканских властей и бизнес-сообщества. Рабочая группа Госсовета разработала 12 целевых моделей, в основе которых лежат успешные практики ряда субъектов. Целевая модель представляет собой систему факторов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат. По каждому фактору определено целевое значение, то есть та рамка, к которой нужно стремиться, а также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели. Уже к следующему году в каждом регионе должны быть выработаны дорожные карты. Их реализацией будут заниматься специально созданные проектные офисы. Эти карты будут работать в режиме онлайн, вся документация в электронной форме. Доступ к этой системе получат также предприниматели и деловые объединения на местах. И мы будем видеть, как, с одной стороны, отчитывается региональный профильный министр по исполнению дорожной карты, а также мы будем видеть, предприниматели будут иметь возможность рассказать о том, как они в реальности, в том или ином регионе проходят эти процедуры и сколько времени на это тратят. Владимир Путин подчеркнул, комфортное ведение бизнеса напрямую зависит от местных властей. Я хочу, чтобы мы все понимали и относились к этому по-серьезному, и никто бы не обижался потом за то, что будут приниматься какие-то меры, в том числе административного и кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельном совещании обозначил ключевые направления работы по привлечению инвестиций в регион. У нас, с одной стороны, работа такая результативная проведена, за что выражаю всем благодарность. Но с другой стороны, у нас еще много работы для того, чтобы еще лучшие условия создать. 12 моделей. Вот надо со сайта Кремля полностью взять выступления общественных организаций. Четко это все обозначено, в каких регионах, по каким направлениям имеются лучшие практики. И их надо внедрять. Прошу не обсуждать бесконечно. Жестко надо нам работать дальше, потому что мы по отдельным параметрам начинаем терять.